Изучали игру по доле и понимали, что для команды нашего соперника отступать уже некуда. Понимали, что нам предстоит много и долго бороться. Много борьбы было на поле. Навязал соперник нам много силовых единоборств. И, в принципе, эту всю неделю перед игрой и проводили в таком ключе, чтобы наши ребята были готовы к той игре, которую предложит соперник. Вот. Ну, в принципе, в целом можно сказать, что с игрой справились. Да, были огрехи. Много еще недоработок в обороне. При стандартах у нас много проблем. Есть над чем работать. Ну, слава богу, забили сегодня 4 гола. Это, конечно, радует, когда команда столько забивает. То что говорить по игре. Мы проиграли 4-1, нас переиграли. Все. И в желании, и в движении. У нас желание появлялось периодически. Захотели, побежали, захотели, не побежали. Захотели, сыграли, захотели, не сыграли. Мы, наверное, с тренерским штабом полностью им рассказали, что к чему, показали все моменты, все настроили на игру, и ребята настраивались, но вышли. Пенальти надломил, конечно. За 3 игры пропустили 9 плюс 4, 13, да? Какие покращения может быть? Я понимал, куда я ввязываюсь, да, понимал, что не все хорошо, но настолько, будем делать какие-то кардинальные изменения. Так дальше продолжаться не может. Мы 3 проигрываем игры подряд, и с таким счетом